смотри, фишка реверса. Вот, то есть мы едем сейчас там на среднем ряду на четвертой передаче. Ты остановился, раз что-то пролетел. Реверс тык. И он тебя на этой же четвертой назад поехал. Назад проехал, опять надо вперед, раз вперед. И он тебя также попер вперед. И вот у тебя вот получается 12 вперед передачи, 12 назад. Вот ты можешь 40 вперед ехать и 40 километров в час назад. Отлично, вообще шикарно. Ну так удобно, они сюда вот добавили предпусковой подогреватель. То есть когда в морозяку раз, этот кнопку 30 секунд подержал, бум, заводишь, он теплый воздух в систему дает. Там на пуск, короче, просто тен стоит. Со спирали. Что нравится, все под рукой. То есть раз дотянулся до всех секций. Пожалуйста, и все, тебе и навеска, и быстрый подъем, и ручной газ.